Конкурс на позицию нового гендиректора российской венчурной компании подошел к концу. Ее руководителем стал Александр Кабенко, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. До этого он работал топ-менеджером на «АвтоВАЗе». Это достаточно серьезная оценка, в том числе региона и тех успехов, которые достигнуты в регионе в части развития инновационной сферы. Нам удалось построить инновационную экосистему, нам удалось добиться достаточно существенных, видимых и значимых результатов. Новый руководитель РВК Александр Кабенко считает, нужно развивать сообщество бизнес-ангелов, так называют инвесторов, которые выступают наставниками у стартаперов. Привлекать корпорации и университеты для создания корпоративных и университетских фондов, развивать кооперацию с российскими и международными венчурными фондами. Также РВК постарается решить нынешние проблемы венчурной отрасли. Постминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кабенко покинет в ближайшее время. Его преемника на этот должности назначит губернатор. По словам Александра Кабенко, эта смена деятельности для него не кардинальная, ведь инновационное направление было важной частью работы и в областном министерстве. Теперь успешный региональный опыт вице-губернатор будет применять и в масштабах целой страны. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, «События».